Ну вот, сегодня 11 апреля 2019 год. Это я возле своего дома нахожусь. Там белый каменный. Умывальник еще пока опрокинутый. Так. И вот я набрал вчера последнюю бутылку воды, закончил. Вот набрал 10 штук. Сейчас буду поднимать их туда. Сейчас я только поснимаю. А вон еще одна бутылка, кажется, не набрал я. Не заметил. Ладно, потом тогда. Сейчас голубей поснимаю немножко. Тут у меня не закрыто только на одну, потому что я уже залазил, бутылки брал. Так. Вон они, наши красавцы. Вот один не может взлететь, что-то у него с крылом случилось. Вчера вот тоже так же у него все было. Пока живет, пускай живет. Там хозяин приедет, разберется сам уже, куда чего. Вот они, серенады поет голубь. Какую-то голубку нашел и поет ей. Еще один тоже. Ну, около, я вам посчитал, приблизительно около 30 голубей здесь. И сложно посчитать, они летают туда-сюда, туда-сюда. Сразу их сосчитаешься. Вон голубка где сидит. Кусочек. Интересно, даже близко-то подходит. О, закрутился. О, о. И чего-то ждете вы? Семечек? У меня их нету. О, видно, что такие толстенькие, отъелись на казенных харчах. Тут еще все закрыто пока до воскресенья. Много, конечно, говна разного убирать надо будет, вон целой кучи. Это недолго. Ну, как бы ни одного голубя не видел, чтоб умерший был. По крайней мере, на первый взгляд. Ничего не видел. Вон он как. Насупился. Разные-разные. Даже здесь на кормушке и то крутится, пытается. Ну вот так вот, слава богу за все. Этот ходит он со своими лапами. Они напоминают, когда вот делали плетеные такие, на ноги одевали летние, чтобы по болоту ходить, по таким местам. У него точно так же, как инвалид какой-то. Ну чё вы, все дышище да хвалит Господа, да, голубки. Зерно у них тут есть. Вот оно. Зернышко.
воду, там воды мало. Вчера я доливал, но сейчас поменяю, потому что она уже грязноватая. Ну вот так вот, в принципе, все показал я. Вот, один полный, этот пустой, этот пустой, этот пустой. Этот полный. Тут тоже есть. Пустой. Полный. Полный. Получается 3-4. 4 полных. Вот, да, наполовину, видимо. 5, 6, 7. Этот пустой. Пустой, пустой. 8 наполовину, 9 10 11 11. Ну если там считать по половинке, еще 2, получается 12 тюрьков еще. Ну, то есть зерна хватает поза глаза пока. Ну вот так вот. Обычно вот такая вот красота отсюда открывается. Снега еще, снег лежит везде, местами, конечно. Там уже от матушки принесли помидоры, рассаду она дала. Он как приятно глазам смотреть, кругом такая серость, а помидорки зеленые. Она говорит, на день выставлять надо, а ближе к вечеру заносить уже в теплицу. Пока не высаживаем, земля холодная. Просто будут в ящичках стоять. Там у нее дома, она говорит, мешается. Я сразу вот на тачку взял и отвез. Там вот уже за туалетом уже несколько грядок сделали. Посадили лук, чеснок. Матушке только подавай землю. А посадить она найдет, что. Ну, вот так вот. Чудное дело Господа. Природа оживает постепенно. Там вот вдалеке железная дорога. Полотно идет. Ну, сейчас ни одного поезда не видно. Не время, видимо, еще. Ну, вот так вот. Слава Господу нашему, слава. Аминь.